Всем привет! У микрофона Веля! И ни для кого не секрет, что я начал играть в Hustle Online и развиваться на этом проекте вместе со своими подписчиками. Поэтому сегодня я сделаю обзор, во-первых, на своего персонажа, во-вторых, на то, что у меня уже есть. А есть у меня 31 миллион, если что. Вот, надо бы купить машину, надо бы купить квартиру и вообще начать уже здесь развивать семью, собственно, на этом сервере. Ну а если что, играй вместе со мной по ссылочке в описании на 15-м сервере. Собственно, мы здесь уже полностью развиваемся. В общем, а ты, наверное, спросишь, типа, Hustle Online, все дела, да. А почему ты играешь на ПК? А я скажу то, что Hustle Online доступен и на ПК, и на комп. На ПК и на комп. И на ПК, собственно, и на мобилочках. На мобилочках это Hustle Online, еще в Google Play App Store. На ПК это Радмир, собственно, называется так проект. В общем, вот такой вот я молодой человек, видишь, сразу приоделся. Вот такой красивый, великолепный. А знаешь почему? Потому что я на старте ввел свой промокод, собственно, 15-й сервер, /P-код, Веля, вводи, получай всякие различные прикольные плюшечки от меня лично, собственно, тебе. Так, ну и полетели. Во-первых, что я хочу тебе сказать, графоний здесь просто имба. Вот, я играю на ПК, на мобилках то же самое, абсолютно вот идентично, да? Вот, во-вторых, смотрим, всякие различные статистика, карта, задания, награды, магазин, настройки, ё-моё, ты посмотри на эту карту. Это просто, ну, вообще огромная большая карта. И ты смотри, что здесь очень много есть разных всяких приколюх. Там я вижу разные города и так далее. Тоже очень и очень интересно. Статистика, тут вообще какая-то египетская сила, пропуск, батл пасс какой-то. Вот, я, если что, Вадим Ковельгорский, собственно, меня так зовут. Я уже 5-й левел, скоро буду 6-й. Так, выносливость, мускулатура. Здесь можно все это прокачивать. Посмотрите мои достижения, посмотрите мои документы. Ё-моё, это все, конечно, интересно. Ну и 31 миллион, собственно, рублей, скоров, у меня есть. Рубликов, так сказать, да. Вот, значит, что, во-первых, я хочу. Давай телефончик бабахнем, посмотрим, что у нас по навигатору. Смотри, здесь есть огромное количество чем заняться. Всякая работа и так далее. Государственные организации, базы, банки, развлечения, интересные места, бизнесы. Все это, конечно, прям пипяу. Хотелось бы, конечно, купить квартиру, наверное, все-таки на стримах. Поэтому давайте на стримы залетаем. Я играю очень часто. Вот, я хочу, знаешь что, по работе. Я хочу куда-нибудь поработать. Посмотрите, как здесь сделана работа. Я вижу то, что здесь огромное количество работ. Работа шахтера, лесопилка, база мусоровозов, завод, нефтезавод, пирс. Да блин, давай что-нибудь выберем. Ну, ферма это классическая такая тема, это я знаю. Спасатели Майами, мойщики окон, пилот. Офигеть, работа электрика, зона для рыбалки. Ну давай, давай, знаешь, кого мы возьмем? Давай мы поедем на лесопилку. Вот мне интересно построить маршрут. Вот, поехали на лесопилку, попробуем поработать. То есть, как говорится, на лесопилочке. Интересно, как там все устроено. Хе-хе-хе-хе. Братайщик, брат, ну ладно, ладно, обогнал, ё-моё, твой скутер быстрее, чем мой скутер, но я куплю себе Ламборджини и буду всех здесь обгонять. Кстати, заметили, насколько здесь офигенная карта? Она очень такая, типа, знаешь, она, во-первых, просторная, тут какие-то всякие еще ветряные мельницы стоят, всякие пропускные пункты, в общем, над картой вообще, как бы, ну, поработали конкретно. Да, хорошо, значит, мы сейчас будем работать с вами на лесоповале, получается, да, давай заезжаем. Правда, я как бы, ну, я не выгляжу как человек, которому нужно работать, как говорится, на лесопилке, но ладно, ладно. Как говорится, нужно вкусить, попробовать, посмотреть, что это за работа. Сразу заезжаем, ой-ой-ой, это же получается мой начальник, Олег Бебрович, вот он выглядит, как будто ему нужно работать на лесополосе. Подожди, давай я припаркую сейчас, получается, свой скутер. Олег Бебрович, здравствуйте. Подайте на права. Я понял, Олег Б. Кстати, прикольно, у него машиночка АК, я понял, да. Ну, я хочу вам напомнить то, что давайте играть вместе в Hustle Online. Ссылочки в описании, в закрепленном комментарии. Также мы играем на 15-м сервере и вводи /P-код Веля, чтобы получить от меня всякие различные приколюхи. Так, еда для новичков, информация о работе, аренда скутеров. И давай-ка мы здесь, собственно, начать работу. Лесоруб, водитель пилорамы или рамщик. Зарплата у лесоруба больше всего. Берем лесоруб. Вот это я понимаю! Я лесоруб! Я иду рубить лес! Так, ну это... Подожди! Олег Бебрович! Олег Бебрович, у меня для вас! Олег Бебрович!
Здравствуйте. Олег Бебрович! А! Ну ладно, ладно, мы как бы добрые, наша пила не работает на людей, наша пила работает на дерево, правильно. А я уж думал, начинать бандитскую жизнь, так сказать, да. Сначала мы Олега Бебровича, а потом мы его по мешкам, а потом в багажник в его аку и в лес тут же, как раз таки все рядышком. Ладно, все, я вижу, спилите дерево, получается. Альт, чтобы выполнить действие, альт. Ага. Ага, мы пилим дерево, получается. О! Оно прям упало! Ё-моё, давай дальше. Распиливаем на части. Давай тоже распиливаем. Так, ну в принципе по лесорубам, в принципе понятно. Мы просто берем и распиливаем дерево, собственно, да. То есть мы валим дерево, распиливаем дерево и вообще молодцы. Хорошо, давай еще раз. И, видимо, последние разы, да? О! Уау! Заберите бревно. А я могу забрать? А, нет, это типа бревно забирает другой человек. Так, подожди, хорошо, давай мы закончим эту работу. Мы еще какую-нибудь работу возьмем. Мне интересно, как будет геймплей отличаться. Но это очень и очень крутецки сделано на самом-то деле. И я вот вижу то, что тут какие-то там какие-то станки по обработке дерева. Я вижу склад дерева. Тут все очень сделано, так сказать, грамотно, да. Так, хорошо, завершить работу я хочу. Мы завершили работу и получили 525. 525 рублей, это получается за одно бревно. Понимаешь, сколько здесь можно залутать баблинского? Начать работу, у нас рамщик есть. Возьмите бревно со склада, отнесите на пилораму, чтобы начать работать. Понятно. Кстати, да, здесь запрещено курить. Вообще курить вред, а здесь еще вдвойне вред, потому что дерево сгорится и все, и габелло. Склад бревен. Так, хорошо, значит, я беру бревно. Воу! И мы несем на, получается, на пилораму, на, получается, станок, который будет дерево обрабатывать, и не знаю во что, будет его обрабатывать. Ооо! Оно прям катается! Оно прям сейчас будет обрабатывать. Подожди, мне интересно, как это визуально сделано. Блин, малина, прикольно сделано. Так, хорошо, я заблудился, если что, сори. Мы идем. О! А, тут мужик уже катает, я понял. Так, место для укладки бревен. Ага, так, хорошо. Вы первый в очереди, для начала необходимо отнести бревна. Так, кого? Чё это? Я не понял. Распиленные бревна доступны только работе. А-а-а, это он этим занимается. Короче, здесь прям конкретно на лесопилке есть чем заняться, тем более всякие различные движения. Срубить, распилить, обработать, перетащить и так далее. Короче, 10 из 10 работа, приглянитесь. Так, ну а я сейчас хочу... Вот это меня расплющило. А почему? Потому что правильно, в каске нужно ехать, даже если ты на скутере. Не на мотоцикле, а на маленьком таком скутере. Все равно каску надень, потому что безопасность превыше всего. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас поедем, ребятушки, с вами куда? В автосалон. Я хочу посмотреть, что у нас есть из интересного в сегменте эконом-класса. Потому что примерно, ну, эконом и средний класс я точно в первую очередь куплю для автопарка семьи. Вот, поэтому будет интересно. Полетели, посмотрим, что у нас есть из эконом-класса. Ну что, знаете, что я решил? В первую очередь мне нужно сделать перед тем, как смотреть всякие различные автомобили? Естественно, в первую очередь мне нужно сейчас сдать права. И я подъехал к автошколе. Вот тут уже очень много скутеров я вижу. Вижу, ребятушки уже приезжают, как говорится, сдавать на права. Поэтому погнали. Итак, автошкола Экстрим. Кого? Высококвалифицированные инструктора. Понятно. Нам больше 10 лет. Крутяк. Автошкола. Итак, мы в автошколе. Я вижу, никого нету. Алло, ребята, мне бы, пожалуйста, права. Желательно купить. Нет, я хотел сказать сдать. Так, хорошо, видимо, здесь можно сдавать на права. Тут я вижу всякие различные компьютеры. Нет. Так, зал обучения. Ой-ой-ой, вот здесь люди сдают на права. Так, взаимодействовать. Автошкола, здравствуйте, вы готовы приступить к экзамену? Хорошо, готов, если я сейчас не найду возможность, где можно досрочно сдать. Так, это у нас что? Это пособие хорошо поможет вам хорошо подготовиться к экзамену по вождению для того, чтобы... Пособие. Так, хорошо, ладно, я готов. Давай сюда, я готов сдавать. Все, let's get it. Итак.
Вам будет предложено 15 вопросов для проверки теоретических знаний. Чтобы сдать эту часть экзамена, необходимо ответить минимум на 11 из них. То есть 4 ошибки можно допустить. Хорошо. Наложен запрет на повторное получение лицензии. Да что такое? Из-за чего? Slash my tickets. Что у меня там? У меня список штрафов. У меня штрафы есть. Здесь штрафы нужно платить. Капец, выбрать информацию о штрафе. Причина — проезд на красный. Я проехал на красный. Мне что, штрафы сейчас надо оплачивать? Так, подожди, а где штрафы? Так, оплатить все штрафы, окей. На ваше имя один, так, оплатить, все. Вы успешно оплатили все свои штрафы. Хорошо, что здесь еще? Снять со счета нефтяного... Кого? Насоса? Снять банковского счета, положить на мобильный телефон, может быть, надо пополнить свой мобильный телефон. Я не знаю, сумму. Сумма 5к, давай сюда, готово. На всякий случай, мало ли, если он такой, типа, ой... А у вас там, типа, у вас там вообще грустно по счету мобильного телефона. А сейчас-то я могу... Возможно, из-за того, что у меня еще 4 звезды откуда-то не возьмись. Давай посмотрим, зайдем. Я хочу немножечко приодеться, так сказать, по красоте. Во-первых, что это? Выполнить действие, это медпункт, это... А, ну у меня и так получается фулл здоровья. Так, давай немножко приоденемся. Да, вот немножечко приоденемся, чтобы все было... Ё-моё, дедюля, а это что такое? Ха-ха, я могу в деда переодеться, прикольно. Так, вот это вот тоже, конечно... Не, ну это прям можно бандюганом быть. Ля-та ты шо? Ну я хотел бы что-нибудь такое, знаешь, то есть, ну не супер-мега костюм какой-то бизнесовый. Хотелось бы что-нибудь такое нейтральное, maybe нейтральное, обычное. Давай посмотрим. Здесь какие-то супер-мега странные вообще ребята, как будто бизнес... Вот это чисто убивец! У него еще перчатки, блин, такие вот эти вот, как будто он киллер, реально. Во, давай его возьмем! Почему бы и нет? Давай, выбор. Бабах, все, я, значит, взял новый скинчик. Я взял, ну так, немножечко приоделся, так сказать, да, чисто, чтобы это... А то я что-то в костюме, а надо немножечко так свежо выглядеть. Так, хорошо, я вижу, что у меня еще 20% голода, надо этот голод, как говорится, утолить. Давай, благо, что здесь есть вообще все рядышком. То есть, получается, одеться, банкоматы, полечиться, вот. И здесь рядышком есть также еще какая-то забегаловка, верно? Вот где-то здесь. Столовая юность. Погнали в столовочку, сейчас забабахаемся. Заходим. Слушай, но визуально, конечно, столовая юность выглядела совсем по-другому. Но хорошо, так, взаимодействовать. Так, давай, не знаю, королевский обед. Королевский обед купить. Значит, что у нас в королевском обеде? Бургер. Я не знаю, что это. Картошка фри, я вижу. Так, бросить поднос, перекусить. Давай перекусить. Хорошо, 70 есть, 70 есть. Да, 70, в принципе, и нормально, да. Тут также есть у нас, получается, банкомат здесь рядышком. Окей, короче, нужно как-то решать реально вопросики с правами. Потому что у меня за ограничение на 23 часа? Скорее всего, это из-за моих звезд. Звезд розыска. Это, конечно, пипяу. Вот, значит, у нас из планов у нас получается. Это, во-первых, да, прикупить тачку. Перед этим мне нужны права. Нужно купить хату, оплатить хату. И собирать, в принципе, семью братанов и лясика. Почему бы и нет? Поэтому, ребятушки, прямо сейчас по ссылочке в описании скачивайте Hustle Online. Если на ПК, то это Радмир. Если на телефоны, это Hustle. Ищите в Google Play и App Store. Обязательно! 15 сервер / Пикот Веля. Получи от меня, собственно, всякие различные подарочки для, так сказать, быстрого старта. Номер фона был Веля. Спасибо большое за просмотр. В общем, начинаем развиваться в Hustle Online. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока, ребята.